Я Мрыкин Сергей Викторович, доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика Сергея Павловича Королева. Представляю вашему вниманию онлайн-курс самолетостроения. Самолетостроением занимаются большие коллективы людей, различные предприятия, государственные, частные, научные учреждения. Одни специалисты занимаются проектированием, другие – производством, испытаниями, эксплуатацией. У них разные интересы, но все их объединяют стержнем всех этих процессов, всех этих интересов является самолет. И именно самолет мы будем изучать. Вначале мы познакомимся с агрегатами и их назначением, коснемся вопросов аэродинамики, то есть почему самолет летает, динамики полета, как он летает. Познакомимся с нагрузками, действующими на самолет, конструкцией агрегатов, систем управления. Приглашаю вас принять участие в онлайн-курсе самолетостроения. Надеюсь, что приобретенные знания принесут вам пользу.